Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение битвы на шестерых в Sid Meier's Civilization 5. Я играю за Швецию, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки лучше начинать с самого начала, а если ссылку в верхнем правом углу не видели, то в описании. Ну а всем, кто смотрит с самого начала, приятного продолжения просмотра. Я ничего не видел, поэтому я не могу сказать. Чего я как... Ну, значит, так, да. Я, пожалуй, пока на еду отправлю. Тут много производства склеток и так есть. Здесь на еду в бирку. Арин, что с тобой не так? Ну. Я стал русом Бинг 20. Не знаю, это что-то, видимо, как-то... Нет, я... Слушай, ну ты же с ним погулял, чё он гавкает? Да. А? Ты же со своим волкозавром погулял уже, чё он гавкает? Домофон звонит. Ты здесь не будешь обосновывать свою религию? А, буду? Нет, ты не будешь. Тебе религии давайте не рыцарство, потом уже. Чего можем? Потому что не нужно. Вот так. А буду выйдет плохой у тебя, тут ты получишь у меня промку. Вот у тебя сколько этих называется плантаций. Вот это все тебе будет давать культуру. Мне дает культуру сейчас достаточно. Выгодно это плохо. Нет, выгодно это плохо. Ну, как раз 4 хода. Мне надо через 4 хода выйти в Ренессанс, чтобы рационализм принять. Ну, выгоны дают производство, плантации дают еду. Да, но на плантации же лучше. Вот и поговорили. Не надо, пожалуйста, мне доказывать о том, что я прав. Американец, я прав. Как видишь, ты мне не верен. Ты понимаешь, что обосновал религию, которая вообще не будет иметь какого-то смысла? А, ну, окей, ладно. Если для тебя великий храм это не имеет смысла, тогда окей. А, только это. То, да, плюс 8 веры, только это, блин. Ну, да. Так-то ты смог бы... А, только в святом городе, точно. Мне все равно ты немножко неправильно сделал. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а религия же лучше. Никто не спорит, что она лучше. Просто... Профит. Просто... Профит. Никакой не профит, его нет. Ты
не сделал его. Блин, как же я вот давно с вами, блин, не играл, а? Ни с Тефалей, ни с крыльями, блин. Я тебе напоминаю, что есть мьют в Дискорде. Я понимаю, да. Я уже, понимаешь, Лёш, я уже с ней просто играл, сейчас я немножечко соберусь и это самое. Как, подожди, а чё Анатолий говорил, он пил воду, когда он с ним играл, я помню, да. Чё-то такое ты говорил, да, типа, когда они тебя сильно очень заколёбали, ты говоришь, пойду-ка я это самое глотну. Куда? Водички. Я задал вопрос, не что, куда. Слушай, Рейвен, а тебя в школе бьют? Нет, а тебя? Мне бьют, просто точно. Интересно. Не, хотя, может быть, в школе сейчас все такие. Какие? Ну, Лёш, сейчас в школе сидят с этими, там уже нету этих досок обычных. Не знаю, как у вас в Беларуси, но в России это сейчас одни и те самые. Как ее, интерактивные это все. Электронные, да. Электронные, да. Ну, я из Москвы, да. А что я? Ну, блин, ну вас... Фиг, давай сходку устроим. Да не, ну зачем? Нет, я спасибо. Нет. Спасибо. Не хочется мне. Ты, потому что меню важное, что ли? Я аж устраивал сходку, когда приезжал в Москву. Там люди приходили. Когда это было, Лёш? Когда это было? В декабре. А, в декабре, ну... Он вам набор повезло, что я не пришел. Это вам повезло. Тем, кто там был. Да мы чувствуем, да. Мы чувствуем, да. Что ты чувствуешь? Расскажи мне. Я вспомнил, просто я когда первую... Я с Рейвеном уже играл, я вспомнил. Так, только я, правда, решил, что он пьяный. В тот раз, что он выпивший. Нет, я чувствую силу земли. Великую силу земли я чувствую, Рейва, так что все нормально. Молодец. Сейчас будем тащить. На мне. Ты ведь не будешь на меня нападать? Да нет, конечно. А если честно? Честно. Просто сказал это загадочно. Ну что? Нет, ну ты говори, пожалуйста, прямо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, новое время, куда там? Тоша, что ты делаешь с нами? У нас... А, понятно, печатный пресс. Ну, я говорил, что он впереди. Мне до печатного пресса еще ого-го. Так, я думаю, надо с Сиамом договариваться. А, блин, я его не вижу. Но я в следующем... Ну, все друга встретили. Мы сейчас следующим ходом мировой конгресс получим, да? Да. Да, по-моему, там важно, по-моему, тот, кто именно открывает всех встретил, по-моему. Там. Да? Да, но я думаю, Анатолий всех встретил, раз он в центре. Я думаю, да, уж Америка-то... Мурика. Кузню, потому что у меня тут куча железа. Вот железо, у меня город на железе. И тут еще, то есть, три молотка дополнительных. Просто получу. Так, значит, что в Сектуне давайте. Слушай, а я понимаю, слушай, это сам, я так понимаю, Анатолий, это швед где-то вот выше Атланта, да? Вот в этом вот куске. Нет, я справа. Я скорее выше Рима, и то даже выше и правее Рима. Ой, справа, что я говорю, слева. Ага. Выше и левее Рима. Я все это время не строил Рим. Слушай, Леша, у нас есть какие-нибудь варианты с тобой предмет с посольствами? Там что-нибудь тебе может быть нужно? Да, давай поменяемся посольствами. Не возражаю. А со мной Лёша ходить можно? Давай прямо сейчас. А то потом передумаешь, да?
Я Сиаму говорю, а не тебе. Ты уже всем надоел. Просто. Да, он близко от американца. Я, короче, хочу попробовать уговорить. А, вот оно что. Да, именно так. Ну да, проблематично тебе по тебе бить. Конечно, проблематично было. Нет, Карфаген. Почему нет? Ну, не хочу. Не знаю. Я вся такая... Это... Блин, забыл, как там говорится-то. Рассказывай, я тебе прям культ есть. Я вся такая противоречивая. Ты, парень, решился сменить пол. Вот, видишь, сразу слышно, не смотрел фильм. Какой? Да, все, видимо. Нет, я смотрел фильм. Только какой? Ой, Рэйвен, как ты уже надоел? Ёлки-палки. Блин. Ну, просто да, сил уже нет. На что? Ты уже надоел просто, Рэйвен. Хватит уже, действительно. Ну, сиди помолчи. Окей, конкретно, что хватит? Ну, а, молчать? Ты... Хорошо. Ну да. Блин, я даже не знаю, что носить-то вообще. Неси бан на соль. Вообще, учитывая нынешнюю ситуацию, я соглашусь. Бан на соль. Я не знаю. А что? Анатолий, а что вносить-то? Я не знаю, Анатолий, что вносить? Ну что? Нет. Памятник культуры, это понятно. Это Лёша там очень устанет, я понимаю. Ну ладно, я просто внесу там мировую идеологию. Идеологию, а эту... Блин, что не сейчас. Субсидирование искусства. Блин, блин, я не знаю, налог на регулярную армию. Я вообще хреново поймешь, что вносить. Давайте, не знаю, налог на регулярную армию введу. Хотя это тоже нам нафиг не нужно. Короче, я... Я понимаю. Сейчас, подожди. А что внести? Ну, давай посмотрим. Ну, короче, вноси, давай. Я тогда, не знаю, налог на регулярный просто внесу и все. Ой. Слушайте, может, выставку бахнем? Не надо. Не надо. Почему? Я же внес предложение. Ладно, я, короче, вношу просто топ на регулярную армию, потому что, ну, я просто не знаю, что больше вносить. Да, сорян, я отвлекся. Сейчас все будет. Еще не куда помнишь.
Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru, и они тоже развиваются, пока в открытом бета-тесте, но после Нового года мне разработчики обещали выкатить глобальное обновление, после которого все игроки смогут оказаться в одном огромном большом космосе. Да и сейчас в игре много всего интересного, не забудьте заглянуть в consolewar.ru. Я вот разведчик, что им сидишь, ты иди там поразведай, там выключи место. Кого? А, да сейчас, да. Сейчас. Я понял. Ревен, если бордишка не пойдет, я за нее голосовать не буду. Видите, молоточки появились на железе. Слушай, Анатолий, а вот у меня вот у Мансуага был караван, его там, подожди, я не понял, его карбануть, что ли, или что? Ну это был не я. Ну это нет, я понимаю, что это был не ты, что-то я немножко не понял. То есть не сосчитался квест. Так, пока на 5, 3, 4, 5, 6, ну нормально, пускай строится.
У американцев просто столица на море точно. То есть, да, да. Точно, мне караван грабанули, конечно. Я думаю, что у него и Бостон на море, и какие-то города тоже. То есть он там... Ну, иначе невозможно так расти. Он круче меня растет. Все круче. Рэйвен, а что ты предлагал? Я просто даже не видел, что было предложение. А, нет, это нет. Что, посольство? Да. У тебя кого есть краски? Я не видел. А, краски есть у Монако. Закинь 500 голды, если будет. Да нет, 500 это мало. Краски только у Монако, да? Плохо, плохо. И надо было апнуть одного. И далеко у нее арбалет. Ковёный. Договорчик пошел. Интересно, где в пляжах? Так, ну что, Лёш, заключим? Да. А, хотя у меня уже денег нету на это. Ну... Если дашь денег, то почему нет? Конечно, давай. Так, сколько он там стоит? 167, да?
Я вот не знаю, правда, построятся сейчас галеасы, или они станут фрегатами, только потом достроятся. Понял, куда это я отправил. Ладно, пускай пока стоит. Не пойму, куда я отправил скаута бежать. Ладно, тут стоит пробежать туда. Проплыть, посмотреть, что там. Ну, коляску. Кахойки убила. Ага, все-таки голиасы получились. Отлично. Может, тут и сям еще на море? Так, пагода в Хельсинки куплена. Девяносто восемьдесят восемь. Можно, например, два золота в ход ему. Как, чтоб не совсем просто так. Ну, то есть, видимо, он просто ко мне шпиона не посадил. Можно приватным только все шпионы сидят общаться. Видимо, он согласен. Не знаю, правда, что это значит. Ну, блин, забыл здесь фрегат поставить. Не знаю, по-моему, зря Сиам не хочет так. Хотя, правда, не знаю, территория какая, может, он там не очень удачно расположен, чтобы на Рим нападать. Так, ну что, я бы в Сидней
Или подождите, или в Занзибар. Куда писателя отправить? Давайте в Сидней, у меня еды дофига. Ну, если счастье есть, а вот еды немного. Да, Ормус тут надолго. Союзник американца. Героический эпос, опять же, лучше в Сектуне построить. Достал, ладно. Ну, конюшня, тут у меня всего одни лошадки. Блин. Вообще проплыв-то будет, я, собственно... Просто вот здесь, если плыть к американцу, то тут вообще не вариант воевать на море, потому что он там может это заткнуть. И все. Викс, ты что-то говоришь? Стоп, этот самый, как ее, этот, можно и границы? Рэйвен, побегать. Товарищ Рэйвен, пожалуйста. Ну давай так. Хотя, может, ей действительно надо было к Риму сначала обращаться. Ого. Блин, может и тут хреновый проплыв. Понимаете, проблема в том, что он-то может из этого проплыва выплывать и меня мочить, а мне к нему проплыть еще как-то надо. Вот в чем дело.
Ну, там еще варвары его мутузят. Вот я не знаю, наверное, арбалет не может убить. Сюда встану. Потому что у меня там скаут стоит что-то просто так. Блин, надо хоть вообще в обе стороны плыть, походу. Не знаю, я не понимаю, я куда надо плыть, блин. Так, я бы еще один караван в Стокгольм отправил. Я забыл совсем про... Да, тут тоже проплыв не фонтан. Но тут вообще в одну клетку. Поэтому сюда как-то попроще просочиться. Викс, это на возвратной основе. Нет, Анатолий, я не хочу тебе помогать. Ну, вы там хочешь, сами. Ты хочешь, чтобы Вашингтон упал? И тогда ты вообще ничего не мог сделать в этой игре? Ну, я не знаю, но потом, мне кажется, ты его перескилишь просто. И тогда упадет. Ну, Вашингтон. Окей. Но ты понимаешь, что будет, а упадет Вашингтон? Ну, я думаю, ты преувеличиваешь. Но я думаю, что нет. Слушай, ты там пизу построил, запретный город. Я не знаю, о чем ты думал. У тебя человек идет там с фрегатами, ты строишь пизу, запретный город, да? Потом я идиот. Ну, я не знаю. Я этого не говорил. Я не понял тебя. Я тебя понял. Ну вот, проплыл только что. Далеко собрался.
Ну, раз вам не интересно, то и мне не интересно. Приезжай, Лёша, забирай. У меня странное отношение к игре, конечно. Ну, не то, что у тебя. Интересные такие. Ну, по-моему, американец просто вот придет, меня заберет, честно говоря. Я всего лишь прошу, у меня нету столицы. Статус-кво, но вы как бы не хотите. Нет, я что, один на карте, спроси, допустим, он, ну, один на деньги. Я у вас спрашиваю по 160 голды у обоих, но вы оба не хотите. Я не спрашиваю у вас все ваши деньги. Слушай, Антон, ты... Может, золотой век запустить? Открывайте тебе демку, понимаешь? Нам этого хватит. Ну, ладно, окей, я упаду, вам... Человек вам потом... тебя стопает. Вам потом швед все расскажет, как вам помогаться. Ну, человек тебя стопает, понимаешь? Человек вложился. Человек тебя стопает. Человек вложил... Да какая разница? Все, все, что мог, понимаешь, для чтобы тебя стопает. Для тебя выгодно, чтобы все сохранялось как есть, лично, ну, для тебя. Ну, не знаю. Тебе выгодно, чтобы был я и был швед. Ну, слушай, ну, это самое, Анатолий, у тебя сколько сейчас промки? 150... А может, Сиаму выгодно забрать твои города? Вот смотри, если я забираю твои города, что они мне дают? Я просто тебя стопаю. А вот если Сиам их заберет, он ближе к тебе точно. То, что чем я там занимаюсь, ему вообще пофигу. Я никак на него не влияю. А то, что ты рядом с ним находишься... Если я выживу, я тебе воздам. Отлично, уже угрозы, ну, пошли. Не знаю. Я вас дам. Анатолий, мне кажется, ты так просто не упадешь. Вот. Я упаду очень быстро. Ну. У меня тоже очень большие сомнения, что он быстро упадет. А о чем ты думал вообще? Зачем ты строил Пизу за запретный город? Для того, чтобы, по счастью, не подохнуть, как собака последняя. Он думал, что будет потом вас шантажировать, типа, что он просто сразу отдаст города. А ты что... Мама моя, что ли, знаешь, что, о чем я думаю, или что? Ну ты так делаешь сейчас только что. Ты же так делаешь? Я говорю, что им это выгодно, но они не понимают. Ладно, окей, пойму, когда проиграю. Я не вижу, например, как может Сиам в данном случае проиграть от этого. Ну, ты врешь. Почему я вру? Ну, либо, ну, ну вот поясни, ну поясни, расскажи. Дурак, расскажи, смотри, смотри. Я думаю, что ты врешь. Так я вру в чем конкретно? Ты объясни, какая моя фраза это ложь? Чтобы потом... То есть ты даже не можешь сказать конкретно, какая моя фраза ложь? Я вижу тут только то, что рядом с тобой, например, Рим и Сиам, которые могут эти города забрать себе. Мне твои города ни в каком виде... То есть я просто хочу обезопасить себя. Ты человек, который сразу объявил мне войну и делаешь все против меня. А вот Сиам и Рим могут при этом усилиться, забрав твои города. Какой им толк от того, что ты будешь жив в таком же виде, какой ты есть, я не понимаю. А вот забрав твои города, они усилятся, ты это да. Карту не видишь, или как? Я вижу карту. Вот как что я могу, например, Риму сделать, предположим? Вот расскажи мне. Города, его на воде вынесет, один Антиум, самый важный его город? Вот этот? Ну, Рима, Антиум можно быть. Вот смотри, если ты сейчас побеждаешь на воде, ты можешь делать все, что твоей душе угодно. Я тебе еще раз говорю, эти города... Ничего сделать не сможет. Забрать их сухопутные города, и они будут лапу сосать всю игру. Эти города забирает Сиам или Рим твои, то есть у них остаются морские города, я не могу их никак себе забрать. Потому что они... Фрегатами, которые ты настругал? Нет, я их, конечно, могу забирать, это естественно. Но идея в том, что они будут их... суши всегда отбивать. Нет, хорошо, и я нахожусь только очень только далеко счастье. Просто. Что? Не, Леш, у меня просто счастья только нет. У меня сейчас два счастья. У меня просто нет счастья. Я сижу только на том, что у меня две торговые города-государства и все. Ну, значит, Риму выгодно. Скорее всего, Риму, да, потому что у меня... Риму выгодно свои города развивать, которые ползут. О, да, Бостон и Вашингтон такие мусорные.
боже, да не оставишь ты ему просто на машинку, а если оставишь, я не знаю. Ну, и, слушай, ну вот, вот предположим, все происходит так, как ты говоришь, я их себе забираю, слушай, я говорю, это все мои города, идите, делайте, что хотите. Так они просто приходят с суши, эти города забирают. Ну как, а, как мне их дефать? Ладно, окей. Интересные сказки. Как-нибудь книжку напиши. Просто ну, это у тебя такой стиль, я так понял. То есть ты просто, ты не говоришь контраргументов, ты просто ха-ха, интересные сказки. Вот это все ложь, я говорю, какая фраза ложь? Ну, и все, и... ничего против вас сделать не могу. Ну, ясно. Антон, ты говоришь, как будто уже упал, блин. У вас там промка одинаковая абсолютно. Ты и стоил... Слушай, если ты зажал 160 голды, так и скажи, я зажал 160 нет, голды. Нет, не зажал 160 голды. Ну зажал, Дина зажал. Нет, я хочу, чтобы вы сражались на равных условиях, вот и все. Равных условиях, когда фрегаты полют Голиас. Анатолий, ну ты умеешь воевать, ё-моё, вот это просто со мной ты не упадёшь. Ну, чё ты вот сейчас... Ты очень опытный игрок. Да, спасибо. Блин, ну ты сейчас, ты снес человека солями, имея свой старт слабый. Ты вот со своим вот этим вот стартом, как-то где нет у тебя вообще ничего, ты вынес человека, у которого соли. Это просто. Это совпадение. Ну, хорошо. О. Ну вот и фрегаты уже. А, тут еще Ормус, вот почему тут фигово проплывать-то. Вот в чем дело. Я не буду под выстрел Ормуса подставляться. Но он видит тут мои фрегаты. Я считаю, что все Леша делает правильно. Абсолютно. А при чем тут Леша и то, что он делает правильно? Я тебе говорю, что тебе нужно делать. О боже, еще один разведчик. О боже, какой разведчик. Знаю, нафига я тут строю торговый пост, честно говоря. Просто я удивляюсь, Анатолий, ты имеешь две столицы, блин. Сидишь, что-то там сейчас удивляешься. Говоришь, что мы деньги сказали. Я что-то тебе не понимаю вообще. Я тебя не прошу десятки тысяч голды, я тебя прошу всего лишь на одного Голиаса. До свидания. 3. А, Таурус добьешь, да? Так, в бирке пагоды куплены, можно переключать на мечети.
Но, во всяком случае, хотя бы я пока сейчас обезопасен. Я не знаю, почему Перлим не хочет напасть на... Ну, я так понимаю, что он не хочет. Судя по тому, что... Ну, правда, это столица. Не обязательно ему в столице строить. У него другие есть города. О, блин, у него там уже фрегаты выплыли. Что за мурика? А, блин, он не в ту сторону поплыл. Кто? Чего? Что там пишет в чат, короче, я опять не могу. Что он опять сказать? Тебе нравится моя... А нет, а что ты... Травин, не можешь больше общаться, что ли? Или что? Что за... А, понятно. Ага. Да, я думал, но не до такой же степени, прям, пожалуйста, разговаривай, причем здесь. Просто это как-то и бывает чрезмерно, все это прям. Блин. Ну, все ясно. Ну, короче, я его не беру с моря. Так что сами решайте. Ну, а он мне еще... Он, главное, еще деньги просил ему дать на... Тебе жалко, что ли? Да. Анатолий, ты думаешь, думал, все прокатит, хрен... Это хрен из два. Жалко, для тебя мне все это... Всего жалко. Ну, это ваши дела. Чувак сейчас да, разовьется и всех заберет. Для меня заберет. Тебе всего жалко, я вот сейчас не понимаю. Ты что, хочешь сказать, что ты что, враг мне, что ли? Че, Антоль, остынь. Ладно, забей. Жалко. Я запомню. Ну, а что мы с ним сделаем? У него две столицы, блин. Одна столица, ты видел, какая там, какой там был у него оппонент, вот с какими городами. То есть, ну что? Ну что, сиди на отшибе, Лёш, что могу сказать? Сидишь там на отшибе, в принципе, пытаясь что-то сделать. Там, качай науку, все дела, то есть, ну а что? Что там? Играй от дефа. Пробуй построить форт красный, там, не знаю, что-нибудь такое. Кимедзи. Как-то так. Потому что мне кажется, он, скорее всего, возьмет автократию. То есть, чего ты взял? Ну, ты посередине, а что тебе? Выходы на всех есть. В принципе, пошел. Стелсами.
Кстати, а как вообще ближе сюда? Вот, если так даже 8 ходов. А, тут вообще одинаково на самом деле. Так, там все плывут. Может, пока... Блин, забыл там про Карабеллу. Слушай, Флакин, если хочешь, можешь мне ударить этот этим миссионером в Монслонг, там в этот в сит Чиханавай. Только столь не трогай и все. 500 монет. А, 500 монет, ясно. Ну, хорошо. По-божески, по-божески. Да-да-да-да-да. Нет, что-то нет, что-то нет. Я тогда выдержусь, наверное. Вот уже само пришло. Ну, сама придет, она уже пришла. Уже в один город пришла, так что все нормально. Ну, как вы понимаете, тут идея была, чтобы кто-то с суши тоже нападал. Потому что один на один я, находясь очень далеко от американца по морскому пути, тут просто невозможно его вынести, тем более, что он заранее знал, что я иду фрегатами. Ну... Я не знаю, Сиам, наверное, все-таки далековато находится, действительно. Хотя у него, его уникальный юнит — слоны. То есть надо было использовать. Но вот почему Рим не захотел нападать на Америку и забирать его города, мне реально непонятно. И то, что я не единственный... То есть я вообще, как бы, можно сказать, не самый сильный соперник на море, просто потому что у меня столица не на море. У нас еще Карфаген на море есть, так. А тут человек, забрав очень хорошие места Зулуса, очень неплохо развиваясь, демография это показывает. Понятненько. Теперь надо говорить, никто из соперников не хочет его останавливать. И забирать его отличные города. Ну, может, я что-то в этой игре не понимаю, может. То есть, видимо, мне надо сеять... развиваться, но проблема в том, что у меня нету потенциала к развитию, у меня нету много места, у меня нету много клеток для обработки, вот в чем проблема. Ох, три жемчуга получить бы, елки-палки, а. А у тебя сечина не на воде тоже? На воде? Не хочешь на город приехать? Пожалуйста, ходи, забирай. Да что-то сегодня нет. Рано отдыхать. Рад отдыхать. Ну, не знаю, Анатолий, ты меня хочешь на понт взять? Ты мне с деньгами хотел на понт взять. Теперь хочешь меня с городами? Бери, пожалуйста, летай и забирай. Чё проблема? Господи. Я нормально абсолютно.
просто что-то это против меня настроено очень серьезно. Мне это не нравится где-то. А что я по тебя настроен? Ты просто ты думаешь, как бы мне похуже сделать. Это я тебе не говорю похуже сделать. Ты мне говоришь, типа, дай мне деньги, чтобы отбиться. Я говорю, ну ты, блин, сам справишься, ты сам справился. Все, что? Что еще? Я с тобой торгую, я тебе войну не объявил. Я не знаю, что... Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение постараюсь выложить завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.